Крупный проект по озеленению села Баклея района Басарабяска начал воплощаться в жизнь. С бумаг и расчетов работа наконец перенеслась на улицы населенного пункта. На днях сюда поступила партия саженцев. Местные жители активно включились в работу и за первый день высадили большую часть деревьев. Сегодня мы посадили примерно 120 деревьев. Ждем, что привезут еще 200. Погода хорошая, позволяет. Еще посадим. Ясная, но морозная погода молодым деревьям не помеха. Когда привезли посадочный материал, приезжал специалист, который помогал нам проектировать, выбирать деревья для посадки. Были выбраны те, что смогут прижиться в наших условиях, несмотря на холод и низкие зимние температуры. Деревья были высажены перед зданием примарии в центральном парке села и вдоль дороги. Все, кто принимал участие в разработке проекта и притворении его в жизнь, уверены в важности этой работы. Это долгосрочный проект. Он нужен нашим детям, молодым поколениям, для их воспитания, чтобы они учились беречь красоту. Проект реализован на 80%. В этот раз были высажены ели, 4 вида сосны, кустарники. Остальная часть работ будет отложена до весны, когда наступит время высаживать другие виды деревьев.